Chevrolet Orlando и Kia Ceed столкнулись этим утром на улице Аделя Кутуя. По рассказам водителя последней, он двигался в сторону улицы Вишневского. В этот момент со встречной полосы выехала Chevrolet. Иномарка поворачивала налево и пыталась заехать во двор. Маневр оказался крайне неудачным. Удар пришелся в правый бок автомобиля, в результате чего в салоне сработали боковые подушки безопасности. Серьезных травм никто из участников аварии не получил.